Состояние придомовых территорий по-прежнему волнует химчан. Глава округа Дмитрий Волошин проверил качество благоустройства в новых Химках. Начали с детской площадки на Юбилейном проспекте. Недавно тут завершили работы по ее обновлению. Старую игровую зону не ремонтировали 15 лет, поэтому жители обратились в администрацию с просьбой помочь. Площадку включили в губернаторскую программу по благоустройству, но недочеты у новой площадки есть. Например, необходимо завести песок. А тут надо песка-то этого, три куба. Ну, как бы вот сейчас... Дополню, вот он весь, в принципе, его детишки любят играть. Также глава выяснил, что еще волнует жителей. Главной проблемой оказались ямы на дорогах. Дмитрий Волошин пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Кроме того, жители обратили внимание на внешний вид домов. Рассказали о проблеме с фасадами, которые у нас возникают, и глава обещал нам помочь. То есть мы собрание соберем здесь, потом в администрации, и будем двигаться дальше. Завершили обход на улице Молодежной, проверили качество ремонта в доме номер 30. Ранее здесь были обнаружены недочеты, ненадлежащее состояние пандуса и проблемы с освещением. Но теперь все исправили и подъезд признали образцовым. Всего же по губернаторской программе в Химках планируют отремонтировать более 700 подъездов.